Всем плевать на особенности Ивана Зола. Всем важен процесс, ролевая модель, где один унижает, второй униженный, не вдупляет. Ха, не выкупил, как тебя опустили только что. И дальше продолжается флоу-пулемет, процесс унижения. Весело. Но когда Иван Зола, ну, как бы, если говорить про аутизм, допустим, у него аутизм, я в этом практически уверен, в легкой степени. Аутизм бывает очень разный. Если вы думаете, что человек в принципе молчит, аутизм. Нет, аутизм бывает очень разных степеней. Когда Иван Зола начинает объяснять, что у него действительно проблемы с социальными связями, а так и проявляется аутизм, ну, сложно коммуницировать, воспринимать людей, и эмпатия там тоже вмешивается, то есть проблемы с эмпатией. И когда Иван Зола начинает говорить, что «Ха! Прорекламируй мой Телеграм, прорекламируй мой Инстаграм, я хочу, чтобы у меня было много подписчиков», людям почему-то это начинает не нравиться. То есть нам нравится вот этот аспект Ивана Зола, где он как дурачок не выкупает, и в этом и есть прикол. А когда человек с аутизмом, например, проявляет другие аспекты своего аутизма, ну, то есть он тоже не особо воспринимает, не коглая другом. Это не фильм «Человек дождя», ребята, это реальная жизнь в ситуации, где один угнетает аутиста. Вы вдумайтесь. И сразу как-то не нравится, сразу негативный, сразу человек алчный оказывается. У него нет алчности, это просто человек со своими особенностями. Так случилось, он таким родился, ему тяжело. Но его сразу начинают, вот ты меркантильный, вот тебе только это надо, отписки.